Итак, еще раз здравствуйте. Это второе видео по инвестициям в микрокредиты. В прошлом видео я вам рассказал, как зарегистрироваться в данном сервисе. И теперь я вам покажу, как вложить первые ваши бонусные $50, которые у вас будут отображаться, если вы правильно зарегистрировались, верифицировали свой телефон. Они будут отображаться у вас вот здесь в кошельке. То есть вот оно, это верхнее поле, где написано кошелек. На него можно нажать. Здесь у вас будет показано $50. И они будут у вас, вот мы зашли в кошелек, они будут у вас лежать на бонусном счете. А у вас будет отображено $50. Первое, что вам необходимо сделать перед тем, как их вложить, это обратить внимание слева на статистику. А вот здесь слева есть вот такие вот данные. Статистика за сегодняшнее число. То есть сегодня вот у меня 13 февраля 2015 года. И есть вчерашние данные. Мы обращаем внимание на сегодняшние данные и в частности на среднюю ставку. То есть смотрим, какой процент ставки сегодня работает. Здесь написано 1,23%. Это имеется в виду, что в среднем выдают займы под 1,23% в день. Но здесь средняя ставка. Много новичков по ошибке выдает под маленький процент, поэтому она здесь немножко занижена. Мы к этой ставке прибавляем еще 0,2 и получаем среднюю ставку 1,4%. Это та ставка, под которую заберут ваш выданный займ, который мы сейчас выдадим бонусными $50. Сейчас мы выдадим этот займ, а потом я вам расскажу уже о... Ну, проведу краткий обзор этого кабинета и расскажу принцип, как можно начать здесь зарабатывать без вложений. То есть вот мы как раз и начнем с выдачи бонусных $50. Итак, вот вы зашли в кошелек, убедились, что у вас здесь лежит бонусных $50. Если у вас их здесь нет, значит, вы не подтвердили свой номер телефона. Его нужно обязательно верифицировать. То есть вы заходите обратно вот сюда, наводите вот справа вверху на свое имя, фамилию. Или если его здесь не будет, просто вот на вот эту стрелочку вверх. Заходите опять в настройки. Вы попадете в настройки вашего профиля. И там опять внимательно все проверяйте, заполняйте и подтверждайте свой номер телефона. Тогда у вас здесь точно уже появится бонусных $50. Все, когда вы убедились, что они у вас есть, посмотрели среднюю ставку, заходите вот сюда, вложить. Нажимаете. И у вас открывается вот такая вот форма заявки. Сразу скажу, что кошелек раздел, это... Здесь отображены те деньги, которые у вас сейчас есть, которые вы можете либо вложить, либо вывести. Вывести, конечно, вы можете свои уже деньги, а не бонусные. Бонусные вывести нельзя. А баланс, он отражает как бы прибыль вместе с вашими деньгами вложенными. В общем, общий баланс и заработок от партнеров, который будет, скажем так, перспективный баланс. То, что вам в результате все переведется на кошелек, когда вернутся все займы, выданные вами и вашими партнерами. Вот. Когда это все возвращается, оно все попадает в кошелек. Конечно, оно не одной суммой все возвращается, потому что заявки выданы в разные дни, на разное время. И каждый день, как только подходит какой-то срок возврата, у меня возвращаются деньги в кошелек. Я их могу либо вывести, либо вложить. Вот сейчас я выбрал вкладку «Вложить».
Здесь же вы можете видеть вкладку «Пополнить». Это для пополнения денег. Когда вы пополняете, они также попадают у вас в кошелек. Мы это позже разберем. Занять это вы уже сами можете взять кредит у кого-то. Отправить это здесь другие. Здесь как бы можно отправить деньги либо там благотворительный фонд. Ну, то есть у них есть здесь благотворительный фонд. Либо здесь можно через эту функцию расплачиваться в интернет-магазине веб-трансфер. Недавно он у них открылся. В общем, такая здесь функция. Потом мы тоже здесь рассмотрим эту пункт меню. Ну и вывод отсюда мы выводим деньги в этом разделе. Сейчас мы рассматриваем вкладку «Вложить». И будем вкладывать первые бонусные $50. У вас здесь автоматически уже будет проставлено $50. Вы выбираете вот здесь. Вот здесь вот есть стрелочки рядом с цифрами. Либо просто на цифру нажимаете, либо на стрелочку. Кратность заявок здесь $50. И максимум это $1000. Одна заявка может быть. Но лучше всего ставить $50 несколько заявок. У меня, допустим, сейчас $277. Я оставляю здесь $50. Смотрю, чтобы обязательно стояла вот здесь точечка «Гарант». Что это означает? Если мы ставим галочку «Гарант», то наша полученная прибыль делится с сервисом пополам. То есть вот здесь вот вы можете видеть займ $50. Прибыль будет, вот если стоит срок 3 дня. Вот мы сразу давайте выставим здесь срок 10 дней, потому что бонусные можно выдавать только на 10 дней, у вас будет максимум. Свои средства же уже можно выдавать на 30 дней. Итак, вот 10 дней здесь вставляем. Процент. Вот здесь внимательно, не пренебрегайте вот этим, не торопитесь. Обязательно выставьте процент, иначе вы прогорите. Как мы уже посчитали, 1,23% средняя ставка, прибавляем 0,2, значит 1,4% выбираем. Выбираем 1,4%, все. Вот такая у нас будет заявка, $50 на 10 дней под 1,4%. То есть вот нам показана информация: ваш займ $50, ваша прибыль $7. И минус 50% это за то, что мы выдаем под гарант. Что это значит, еще раз? Это значит, что мы отчисляем в систему половину нашей прибыли и получаем прибыль только $3,5. Но в случае невозврата нам кредита, нашего выданного нами займа, система нам вернет вложенные наши $50. Это в том случае, если эти деньги ваши личные. Бонусные, конечно же, не вернутся. Бонусные деньги выдаются только на один раз, чтобы вы могли заработать первые свои $3,5. Прибыль вам вернется вот такая, $3,5 с этих бонусных денег. В результате здесь написано, вы получите $53,5. $50 у вас сразу спишутся, так как они бонусные. И останется на счету 3,5. Вот. Если бы это были ваши деньги, то вам бы вернулось $53,5. А если бы заемщик не вернул вам деньги, то здесь есть, вот внизу, видите, у меня уже есть заявка, я вам покажу. Вот нажимая вот на вот это вот место, вот где число написано, заявка раскрывается. И вот если заемщик, допустим, мне не вернет 5 марта выданный мной $50, да, вот я на 21 день их выдал под 1,4%, то я могу продать сертификат. Вот он, кредитный сертификат. И мне система вернет $50 плюс там еще 0,3%. А вот эти деньги мне вернутся на мой кошелек. То есть это своего рода гарантия возврата. Поэтому здесь бояться и выдавать не стоит.
Но обязательно надо проверять, чтобы стояла галочка «Гарант». Если будет стоять галочка «Стандарт», то вы видите, что прибыль выросла на... То есть ваша прибыль будет больше практически в два раза. Но система уже не дает гарантии, что человек вам вернет деньги. И, скорее всего, если этого человека вы не знаете, он вам и не вернет. Под галочкой вот «Стандарт» выдавать необходимо кредиты аккуратно и только своим знакомым. Каким-то людям, которые хотят у вас взять кредит на таких условиях. Многие выдают, раньше делали как, передавали вот таким образом деньги через «Стандарт» своим партнерам или другим знакомым людям, которые, ну, которых они хорошо знают, ставили минимальный процент и вот так передавали. Но мы пользуемся всегда галочкой вот этой «Гарант». Все, когда вы выставите вот так вот заявку, нажимаете «Отправить». Я сейчас маленько здесь изменю, так как у меня не бонусные средства, на 21 день. Обратите вот еще внимание. Если я выбираю 10 дней, то отчисления у меня уходят в систему 50%. Если я выбираю уже 11 дней, то 45 всего процентов. Если... То есть вот до 10 дней 50% мы отдаем системе. От 11 до 20 дней 45% отдаем системе. А от 21 дня и до 30 дней мы отдаем всего 40%. Поэтому я для себя выбрал оптимальный вариант. Выдаю займы на 21 день. И процент оставляю сейчас 1,4%. То есть в результате через 21 день с 50 долларов я получу 58,8 доллара. Нажимаю «Отправить заявку». Так как у меня в кошельке 277 долларов, я сейчас сразу выдам 5 заявок. Вы выдадите одну. Я нажимаю «Отправить». И вот здесь вот есть «Создать одну копию данной заявки». Вы просто нажимаете «Подтвердить» и все, так как у вас всего 50 бонусных долларов. Я могу здесь выбрать сразу 5 заявок по 50 долларов. Почему я разбил их? Это как бы своего рода диверсификация рисков. То есть, если мне не вернут одну заявку в 250 долларов, я потеряю всю прибыль. А если мне не вернут, допустим, одну или две заявки по 50 долларов, то я потеряю часть прибыли, но не всю. Поэтому лучше делать больше заявок на меньшую сумму. Но, скажу вам честно, у меня был всего один случай за полгода моей уже здесь работы, когда мне не вернули заявку. Все остальное время все заявки возвращались. Итак, я нажимаю «Подтвердить». Ждем немножко. И все, выходит такая опять же форма. Благодарим за заявку. Чтобы закрыть эту форму, нажимаете просто «Мне уже нравится веб-трансфер». Все. Заявки выданы. И они вот здесь внизу отображаются. Если я нажму «Еще заявки», у меня откроются еще остальные заявки. Вот сама форма уже исчезла. И вот они, эти 5 заявок, где написано «Выставлено». А вот которые уже забрали заявки, у них написано «Активный». И здесь, чтобы посмотреть информацию, как я вам уже показывал, нажимаете вот на это место. Как только мои заявки заберут, в кошельке у меня деньги 250 долларов исчезнут, перенесутся сюда в перспективный баланс уже с учетом прибыли. И заявки примут вот такой вид, где будет написано «Активный», и где можно посмотреть
контрагента. Контрагент — это тот, кто взял ваш кредит. Можно нажать, и всплывет информация о пользователе. Здесь же можно написать ему, если что, сообщение. Допустим, если он не возвращает, можно ему напомнить. Но система, если есть деньги у контрагента на счету, сама списывает их как во время даты возврата. Так, вот она, эта информация. Здесь можно ее посмотреть. То есть, вот она, дата истечения вот этого числа. Данный контрагент вернет выданный нами ему займ. И вот здесь сумма, которую мы получим. Здесь также есть вот две кнопки: продать сертификат и выставить сертификат. Мы их не трогаем. Продается вот сертификат только в том случае, если вам контрагент не вернул выданный вами займ. Вы подождали еще денек, или лучше два дня. Напомнили ему, написали вот через это вот. Через вот это вот, когда мы на него наводим, да, всплывающее окошко. Ну или вот значок можно нажать сразу. На этот значок. Если нажимаете. Вот здесь, видите, справа открывается окошечко, где можно ему написать, когда он будет в этом сервисе, он может прочитать сообщение. Если, в общем-то, он не возвращает вам после, в течение двух там дней выданный вами займ, вы нажимаете «Продать сертификат» и продаете, и вот эти вот деньги, 50 ваших вложенных долларов уже без прибыли, возвращаются вам обратно на баланс. Про выставить сертификат я не буду рассказывать. Это имеется в виду, что продать сертификат, то есть продать выданный вами займ другому участнику на определенных условиях. Для этого здесь есть биржа. Я на бирже не участвую. Она еще очень сыроватая. И не знаю даже, как на ней правильно выставлять и продавать сертификаты и зачем это нужно. Видимо, если вам понадобились срочно ваши деньги, и вы хотите вывести какую-то часть, вы можете просто выставить на биржу подешевле, потерять чуть-чуть в прибыли, но продать свой выданный вами займ. Итак, все, бонусные деньги мы вложили, ну то есть вы вложили, теперь периодически просто заходите куда-нибудь в кошелек и смотрите, когда здесь деньги исчезнут и перейдут на баланс, значит, у вас забрали заявку. Так, вот вы сделали свой первый, вот вы выдали свой первый займ. Дальше, что бы хотелось рассказать. После того, как вам вернется займ, через 10 дней ваши деньги снова попадут в кошелек, и здесь у вас будет 3,5. Вы можете выдать только 50 долларов, но система предусмотрела для новичков такой момент, как кредит на арбитраж. Вот слева вы можете видеть вот эту оранжевую большую кнопку. Это кнопка. Давайте на нее нажмем. Вот. Выходит вот такое оформление займа. То есть сама система выдает вам займ под 0,5% в сутки. Под минимальный, скажем так, процент. А у меня сейчас 0, потому что взято займов уже на 4000 долларов. У вас здесь будет доступно 50 долларов. И срок уже на 30 дней. Вы сможете вот так же выбрать здесь срок на 30 дней под 0,5% в сутки. И нажмете «Отправить запрос». После этого у вас в разделе «Займы» появится 50 долларов, что вы взяли займ, который вам нужно будет вернуть через 30 дней. Также вы зайдете вот сюда в займы. И вот у меня, допустим, займы. Нажав также на который, можно посмотреть информацию. Здесь вы можете видеть, на сколько дней вы взяли займ, сколько вам нужно будет вернуть. То есть вот если это 50 долларов, то вернуть вам нужно будет 55 долларов.
через 21 день, как ну, у меня, у вас будет другая здесь сумма. И вот здесь стоит дата возврата. Чтобы его вернуть, необходимо будет нажать «Погасить кредит». Но это нужно будет делать уже только через 30 дней, когда уже вам вернутся деньги с прибыли. То есть сейчас просто вы смотрите информацию. Все, можно это свернуть. И вы можете наблюдать, что у вас сейчас в кошельке появилось еще $50. То есть у вас должно стать $53.5. Вы дальше опять заходите во вложить. Заходите сюда и таким же образом, только уже ставите срок на 30 дней. Выбираете процент 1,4. Или 1,5, в зависимости от средней ставки, как я вам уже рассказывал. И вы даете данный займ. Вот если сейчас выдавать $50 на 30 дней под 1,4%, то сумма вам вернется уже через 30 дней $62.6. Из этих денег, то есть прибыль получается $12.6. Из этих денег где-то половину, да, или сколько, около $7. То есть сейчас мы посчитаем. Возьмем, допустим, 50 под 0,5. Вот посмотрим. $7.5, да, получается. То есть вот из тех денег, из 12,6 минус 7,5, мы получаем $4.4 прибыли уже вашей, которая прибавится к вашим $3.5. То есть это через месяц. Когда пройдет месяц и деньги вам вернутся, вы погасите, вы зайдете в займ и погасите займ. Кстати, у вас на балансе останется $9, да, 3,5 плюс 4,6, там 9,1 доллар, ой, вернее 8. Далее вы повторяете весь процесс, опять заходите в кредит на арбитраж, опять берете займ, опять его выдаете на 30 дней и так далее, пока у вас в кошельке не накопится $50. Как только у вас в кошельке накопится уже ваших $50 заработанных, вы сможете уже их выдать, ну, таким же образом их вложить и еще взять кредит на арбитраж уже в 3 раза больше этих денег. То есть уже взять кредит на арбитраж $150. И все по кругу. Таким же образом вы даете заявки, ждете, когда они вернутся, гасите займы. Берете снова займ, выдаете заявки. И вот так раскручиваетесь. Это способ заработка без вложений. Он очень долгий получается на начальном этапе, пока вы не накопите $50. Но время летит незаметно. В принципе, если раз в месяц заходите это проделывать, раскрутиться здесь можно. Про то, как зарабатывать вложениями, я вам расскажу в следующий раз. Ну или давайте сразу расскажу. А в следующем уроке мы рассмотрим уже более подробно данный кабинет. Так скажем, проведем обзор. С вложениями, в принципе, все то же самое. Единственное, что когда вы вложите сюда свои средства, то есть для этого нужно будет зайти в раздел «Пополнить». Давайте сразу в него зайдем. И выбрать здесь, с помощью какой электронной платежной системы или карты вы хотите пополнить. Сразу скажу, что с карт пополняется плохо, так как стоит какие-то ограничения у этих Visa, всяких банков.
То есть на пополнение. Но некоторые люди умудряются как-то пополнять. Надо попасть в нужный момент времени. Самое быстрое и моментальное пополнение происходит через Pair и через Perfect Money. Ссылку на регистрацию в кошельке Pair я вам дам под этим видео. И ссылку на регистрацию в Perfect Money тоже вам дам под этим видео. Все-таки лучше эти кошельки будет завести себе, если их у вас еще нет. Но если вам не подходит какой-либо из этих способов, вы выбираете вот здесь другие методы пополнения. Вот видите, здесь есть Kiwi, Яндекс.Деньги. Но, скажу сразу, вот эти методы пополнения, они проходят через Pair. То есть, ну как транзитом. Но попадают сразу сюда. Если вы не хотите заморачиваться отдельно с Pair, то заходите, нажимаете другие методы пополнения. Указываете здесь сумму, на которую хотите пополнить в долларах. 50, 100 или сколько вы хотите пополнить. Нажимаете оформить. Вас перебросит уже на другую форму, где необходимо будет просто следовать пошагово и пополнить. В общем, после того, как вы пополните свой кошелек, деньги у вас появятся вот здесь. Вы можете их уже вложить. То есть вы заходите, выбираете также вложить. По 50 долларов. Там срок выбирайте, как я, лучше всего на 21 день. Но не меньше, по крайней мере. Тогда процент будет всего 40 отчислений. Прибыль будет больше. И самое главное, вот этот процент в сутки. 1.4, 1.5, все в зависимости от средней ставки. Вот вчера было, видите, 1.31, можно было ставить 1.5%. И нажимаете «Отправить заявку». Нажимаете «Отправить», выбираете, сколько штук заявок там. Ну, то есть, если нажмем, здесь максимум сразу высветится, да. Нажимаете «Подтвердить». Все заявки примут вот такой вид. После этого вы можете либо подождать, когда заявки разберут. Особенно, допустим, вот если вы поставили под 1.5%, да, и заявки висят у вас вот в таком виде, выставлено, рядом есть удалить, да, то есть заявки не забрали. Если их еще не забирают, а уже вечер, да, допустим, то вы просто удаляете заявки, нажимая вот на эту кнопку «Удалить». Вот так вот, да? Подтверждаете, что хотите удалить. Все заявки удаляете. Вот здесь, которые выставили. И по новой их выставляете уже под меньший процент. Допустим, было под 1.5, под 1.4. Ждете. Как только заявки ушли, вы заходите в кредит на арбитраж. И, допустим, если вы вложили 100 долларов, вам станет доступен еще кредит на арбитраж 300 долларов. Выбираете здесь срок максимальный. Ну, вернее, не максимальный. А вот если мы выдаем на 21 день, то выбираете здесь срок 21 день. И выбираете процент в сутки 0.5%. Ну, вернее, его не выбираете, он автоматически самый низкий стоит. Все, выбираете только 21 день и здесь 300 долларов. Нажимаете «Отправить запрос». Вам в кошелек добавится еще 300 долларов, которые вы также заходите вложить и раздаете. То есть в результате, за счет того, что у вас, допустим, было 50 или 100 долларов, вы получаете еще и кредит на арбитраж в 3 раза больше. Это позволит вам очень быстро раскрутиться. То есть буквально через 21 день. Давайте вот посчитаем, допустим, вот 100 долларов. Это я закрою. Там мне говорит, что у меня нет денег. 21 день, допустим. 1.4%. Прибыль получается 17.64 через 21 день.
17,5 долларов. Прибавим еще, вернее, вот возьмем эти 17,5 долларов, если еще это вот наши, да, допустим, мы выдали, и еще 300 арбитражных, то есть умножаем на 4. 17,64 умножить на 4, получается 70,56 70,5 долларов, плюс минус то, что мы должны будем вернуть за арбитраж. Минус 18,9 долларов. Вот они. Получается 51,66 доллара. Это прибыль за 21 день со 100 долларов. То есть менее чем за месяц вы 50%, да, прибыли получаете. То есть за месяц получается со 100 долларов вы заработаете 75 долларов. То есть буквально за полтора месяца вы отобьете свои вложенные средства и можете их, в принципе, вывести отсюда, если за них боитесь. И оставить только полученную уже прибыль и ее раскручивать дальше. И потихоньку что-то выводить, что-то оставлять. Вот в чем преимущество метода с вложением. За короткий срок отбивается ваша сумма, буквально за полтора месяца. И дальше вы уже только развиваетесь. Так, про этот метод я рассказал. Про все остальное я вам расскажу в следующем видеоуроке. Мы проведем обзор данного кабинета подробнее. Сейчас самое главное — усвоите, как выдавать заявки, как брать кредит на арбитраж. Если что, пересмотрите этот видеоурок. Если будут вопросы, пишите мне на почту или в Skype. Увидимся в следующем уроке. Social Credit Network. Социальная кредитная сеть WebTransfer.